Добрый день всем, друзья! Сегодня я снова на Херсонесе. Снова хочу записать маленькое видео и сказать вам про 5 радостей, которые вы должны каждый день записывать, каждый день исполнять их. Исполняйте их и получайте эту радость. Потому что маленькие радости, они всегда приносят вам чувство удовлетворения. Они уводят вас от привычки негативить и получать негативную информацию. Пожалуйста, запишите 5 радостей и сделайте 3 вещи. Прочувствуйте их, получите эти 5 радостей и наблюдайте 5 радостей у всех остальных людей. Поэтому, дорогие друзья, начинайте радоваться. Я сегодня рад, такой я счастливый сегодня. Я делюсь своей радостью сегодня с вами и желаю всем благ, всех благ вам, удачи, тепла, мира. И вот снова с Херсонеса с вами Игорь Парутенко. Всего доброго.